Здравствуйте. Сегодня совершим поход в лес за белыми грибами. Погода выдалась хорошая, ясная, солнечная. Идем в лес за грибами. Вот первый гриб, который попался мне на пути. Я не ожидал, что так быстро его найду, но, как увидим, он нашелся. Его было видно только с одной стороны. Если шел бы с другого направления, то я бы его не увидел бы. Аккуратно срезаю его и это место закрываю. Для чего я закрываю место, многие могут спросить. На ваше размышление, для чего? Поэтому, чтобы грибы в лесу не пропустить, надо идти сперва в одном направлении или в окружности смотреть и в том же самом направлении, или обратно идти смотреть уже с другой стороны, где находятся грибы. Вот так мы собираем грибы, они частично прячутся под ветками, под листьями, на поверхности их полностью так открыто мало где можно увидеть, только большие, а маленькие они очень прячутся, и поэтому надо очень внимательно смотреть. Спешить за грибами ходить в лес не надо, опережать, что вот я быстрее наберу. Нет, мы быстрее так все больше пропустим, чем наберем. В лес за грибами, если кто ходит, надо очень внимательный взор проявлять в те места или другие, где могут быть грибы. Многие проходят эти места, а я следом иду и помаленечку собираю грибы. Вот этот гриб в амху растет, он почти был спрятанный. Только так, когда ближе подошел, его увидел, а издалека его не было видно. Просто, можно сказать, или случайно сюда попал на это место, или просто так было необходимо, чтобы я его увидел. Лес сосновый, и грибы часто прячутся и за деревьями, или под фойой, или в листве, как листва, тоже бывает и в сосновом лесу. Только здесь, конечно, в меньшем количестве. Вот вроде бы не видно этого гриба было, но так было. Попасть мне на него, и я его обнаружил еще издалека. Потому что из-под листвы был другой оттенок, не соответствует ни хвое, ни листве. И решил я подойти, и не напрасно подошел. Какой красавец грибок беленький. Это место опять я прячу. И вот так дальше хожу и ищу грибы. Будем молча наблюдать и собирать эти грибы. Все грибы, конечно, которые я тут набрал, я их не снимал, потому что рядом ходили грибники, и чтобы не отвлекать их и не выдавать себя этим, я не стал сильно в этих местах снимать. Итак, мы смотрим грибы. Вот какой тоже большой.
В сосновом лесу, где цвет шапки гриба и хвои почти неразличимы, очень эти грибы тяжело дается обнаружить. Но если внимательно мы будем присматриваться, не спеша ходить, то обнаружим их, хоть не все, но большинство на нашем пути, которые встретятся, мы их найдем. Вот этот гриб тоже был почти спрятан и удален от глаза моего, но посчастливилось мне его найти. Какой красавец! Вот сколько набрал я молча грибов белых, почти полное ведро. Это только начало сбора грибов, а еще все впереди. Я еще не устал, еще много придется мне ходить по лесу и собирать грибов. Вот грибы то там, то тут, поодиночке, где семейками есть, где как, везде по-разному, но грибы есть. В этом грибном месте набрал ведерышко грибов, теперь буду переезжать в другое грибное место. Везде по чуть-чуть буду набирать, но одним ведром я не удовлетворился. Поеду еще искать грибы. Грибочки здесь маленькие и средние есть. Большие я старался не брать, да их почти и нету. Или сильно старый гриб, который уже не годится никуда. Просто оставлял я на месте, на корне. Вот так я набрал одно ведро, пошел дальше, в другое место переезжать. Вот переехал в другое место, и теперь буду здесь искать грибы. Место здесь
красивее, чем прежние. Здесь более так свободно, красиво. Сосны стоят стройные, погода выдалась хорошая. Грибников тоже достаточно, везде и грибники. На новом месте мне посчастливилось найти такую красивую семейку белых грибов. Да, это редко бывает, но бывает. На этом месте я насобирал еще два ведра сверху. Одни белые грибы. Но усталости из-за такого количества грибов не ощущаю. И еще пошел собирать грибы. В этом году в лесу очень много грибов разного ассортимента, в том числе и белых. И так собирал, собирал, и сейчас увидим, сколько насобирал. Еще три ведра насобирал. Вот всего у меня получилось, как домой приехал, вот такое количество белых грибов. Теперь предстоит нам большая задача, как их переработать. Но переработаем. Ну вот и все. Поход за белыми грибами был удачным. И вам желаю удачи. Подписываемся на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. До свидания.